Суэцкий коридор не может, на наш взгляд, представлять никакой угрозы для Ирана, будь трижды Иран союзником России. Тем более, что обеспечение его безопасности должен заняться кто? Погранвойска, исходящие в состав ФСБ России. По этому поводу мы именно так видим Замбезу, мы именно так относимся к проблемам, как Тегеран сейчас пытается надавить на ось собственно, между собой и Баку, и считает, что какие-то новые возможности у него открылись, о чем-то чувствует, что он ущемлен. Но может и дальше себя чувствовать чем-то ущемленным. Еще раз говорю, Россия придерживалась и будет придерживаться союза с Азербайджаном, на мой субъективный взгляд.